Сегодня в нашей стране отмечается День воинской славы. 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся торжественный парад, который должен был показать миру: «Москва врагу не сдастся». В память об этом знаменательном событии сегодня в столице прошел марш с элементами реконструкции того легендарного парада. А в Белореченске у Мемориала Славы в Парке Победы сегодня был выставлен почетный караул. Участники военно-патриотического клуба «Пост номер один», сменяя друг друга, несли здесь вахту памяти. В каждый день воинской славы России, будь то Куликовская битва или День памяти 22 июня, пост номер один выставляет своих ребят на почетную вахту. На сегодняшний день у нас в клубе пост номер один 34 человека. Это ребята из разных школ и средних специальных учебных заведений Белореченска. Занимаемся мы не только выставлением ребят на пост номер один, но еще и военно-спортивными играми, подготовки к военно-спортивным играм, помощь ветеранам Великой Отечественной войны, беседуем с ветеранами, записываем эти беседы.